Всем привет! Вот увидели в интернете сейчас эксперимент с снегом, что он не горит и не тает, как говорится, и решили тоже попробовать. Вот сейчас муж возьмет, ой, чтобы видно было снег. Ой, сейчас вот снег. Сделает комок. Вот, и пойдем как раз в ванну и вам покажем. Ну вот этот снег, и вот, смотрите. И он темнеет, но ничего не капает. Я первый раз такое вижу и решила тоже попробовать, что выйдет. Да, он вообще возьми фен, ну. Не тает. Сейчас возьму фен. Шум сейчас его феном тоже. Горячее идет, но не тает, ничего не тает. Он как был, так и есть. Это очень интересно. Сейчас еще подождите. И вот зажгла спичку. И еще спичкой, смотрите, дым идет, все. А снег как не тает, так и не тает. Ну вот, вот такой интересный снег. Это я никогда не знала. Вот черный весь. И его берешь, он даже в руке не тает. Очень интересно. Так что у кого тоже выпал снег, можете сделать такой вот комочек и тоже попробовать поэкспериментировать. Может, и у вас так же само, но у нас не тает. Физика какая-то. Ну, я физику очень хорошо не знаю, зато и для меня это очень такой интересно. Так что всем хорошего дня. Тоже попробуйте и сделайте эксперимент. Ну вот, я еще попробовала водой. А водой, видите, комок этот тает. Во. Так что это не пластмасс никакой, а снег. Все, снег растаял, только на руке осталось черные. Вот так. Так что тоже попробуйте, и может у вас так же самое.